Ох ты! Ты что тут все раскидываешь? Так, ребятки, всем доброе утро. Да, мы покажем наше утро. Время у нас 7 утра. Давид уже не спит. Ой. Амина спит, но это сейчас тут переворачивалась, Амина спит. Амир уже на кухне, там командует. Завтрак захотел покушать. Да, скажи, там завтрак готовят. Вот, нас подняли в 7 утра. Ни свет, ни заря, как говорится. Давид уже не спит. Да, Ивана Гурова, смотрите, проворонили. Стукнулся у нас сегодня. Да, стукнулся. Он пока вот так вот выглядит. Все в комнате. Потом я все покажу после уборочки. Кстати, будем красить стены. Все-таки все решились. От нас уже все, они все изрисовали. Вон. Все стены. На этой неделе я поеду в деревню с малышами в среду, в четверг. А Кристинка будет красить стены с зятем. Так, ну все. Навела порядок. Амир тут кушает мороженое. Давидик спит. Да? А Кристина с Амина уехали забирать запчасти, которую заказывали. Да. Все, время 10:30. Теперь можем. Я дома с тобой сижу, да? Вкусное мороженое. Сейчас я еще схожу в душ, сполоснусь. Потому что пока убиралась. Вот. Вкусно? Так интересно, мороженое кушаешь. Ладно, все. Пойду в душ. Потом планы наши расскажем вам дальше. Да, Амир? Какие у нас планы на сегодня? Чем хочешь сегодня заниматься, расскажи-ка. Все ясно. Ему не до нас, он смотрит. Амняма сидит. Пока он смотрит, у меня еще есть полчаса. Давид еще проспит полчаса. Надо сходить в душ. Ладно. Так что все везде убрано. На кухне тоже. Ну, везде. Тут завтрак не доеден. Вот. Так, все, я вышла из душа. А тут Давидик у нас проснулся. Доброе утро. Пойдем в душ тоже. Да? Ты проснулся? Все хорошо? Вставай. Да? Все, сейчас я его схожу в ванну умою, да? После сна переоденем. Вам хорошо спалось, молодой человек? Все хорошо спалось? Да, точно хорошо спалось. Сегодня тут. Давидик проснулся, сел кушать. Тут да, яйцо не доело, мир. Давидик будет доедать. Даже он больше поковыряется. Да? Будешь кушать? Ам? Угу. Сам давай кушай. Что? Давай сам кушай. Ой, ты как кушаешь, что? Надо аккуратнее кушать, чего смеешься. Давай, да. Все раскидал? Да? Ты все раскидал? Давай. Ам. Не надо. Я не. Ой. Все, буду его кормить сама. Ой! Давай, кушай. Сам кушай. Да, сам кушай. Да, молодец, помогаешь мне, да? Подсказываешь. Бери, так. Давай, бери ручкой своей. Давидик. Так, бери пальчиками. Ручкой бери.
Кушаем, кушаем. Амир, не ходи туда босиком. Мама, длинные ноги. Там, когда мы с этой шли, ну, там шли две двойняшки, они говорили, смотрели на маму длинные ноги и говорили, моя голова. Это же мама длинные ноги. Да? Она сказала, это из-за гриппа. Она сначала сказала, потом капнул, сказала на ушко. Поппи-поппи, сказала. Ну как, все сделали, все закупили. Кроме запчасти забрали, заехали в интернет. Я только зашла в первый магазин, позвонил Фарух. Сказал, что сейчас подъедет отец, и надо денежку запчасти отдать. И мы сразу же... Кто хочет секрета? Ну, пойдем днем тоже зайдем. Кто хочет? Я веди. Так вы хоть и выйдите из коридора-то. Пойдемте отсюда, Амин. Пойдемте в комнату. В комнату. Я дочь снимаю. А памперсы не забрала? Нет, я их не стала. Не стала, ты отменила? Это надо их на службу. Да. Теперь нет. Играют. Теперь Давиду не скучно одному. Да, Давид? Расстелили подушки на пол. Давид по ним лазит. Тут Аминка тоже прыгает. Ты чего тут такое изображаешь? Амирчик чумазый, как всегда. Вкусно? Пойдем умойся. Пойдем умоемся. Вон тут. А! Малышам мы устроили каникулы. Уже одна неделька прошла, еще неделька осталась каникул. Амин, не надо пинать так. Вот так они тут троица святая. Амир, давай сюда это. Как его называют? Я унесу на кухню. Давай. Давай. Да. Аккуратно, не дави только сильно. А ему нравится. Давид. Вылезает. Ну ты полегче-то сделай ножку-то. Скажи, сестренка, полегче-то сделай мне. Да, скажи. А ему нравится. Нет, на балкон нет. Без нас на балкон нет. Мы вообще не разрешаем на балкон ходить. Потому что я так боюсь за балкон. У нас 12 этаж. У меня вообще никогда подход к окну, к балкону. У меня сердце замирает. Без нас ни в коем случае не ходить. Вообще не ходить. Мама нам разлесила. Разлесила? Я там сейчас все закрою. Ты скажи, да? Ку-ку. Все, ушла, сестренка. Оставили тебя одного? А я там белье вешаю. Только что постиралась у нас стирка. Вот. Развешиваю белье. Сегодня немного. Давай, я сверху закрыла. Сейчас открою. У нас на улице опять жарень. Опять на градусов 30 с лишним. Да? Сейчас попозже погулять сходим. Сейчас дело сделаем. Да, дела сейчас сделаем. Вот такой, девочки, у нас вид с 12 этажа. И вон мы ходим вот в этот торговый центр Вольтаир. Совсем рядом. А там уже поля вдалеке. Леса, поля. Леса? А мир тут рядышком со мной. Что ты? Смотреть? Нет. Вам нельзя смотреть. Подожди сейчас. Сейчас. Вышли на улицу. Немножко погулять на часика на два. Время сейчас 3 часа дня. Как всегда взяли самокат. Все бросили. Да, Амин?
Она мне си. И не смогла перепрыгнуть, да? Все, он там уже. Подходим к площадке. Без криков у нас не обходится. Они все между собой соревнуются. Кто быстрее, кто первый. Все, пришли мы. Качаемся, да? Сейчас немножко покачаемся, погуляем. Еще сильнее? Страшно будет сильно-то. Точно? Я. Ты будешь раскачиваться? Ну давай. Не взяла. Ну ладно. Ты ее сегодня уже брала гулять. Да хочешь еще дать погулять? Подожди. Прыгай. Убрать ему можно качаться. Нет, играйте, девочка, на коньяке. Играть в песочек. Ударился? Ребят много бегает. А, тяжело. Нет, туда в песок нельзя сыпать, Амир. Знаешь, сказал? А мы тут все гуляем. Крисник там мыльные пузыри пускает. Вон девчонки тут бегают. Поставили мясо готовиться. Через полтора часа покажем, что получилось. Да, все, девочки, пришли мы домой. Малыши уже накупались. От песка отмылись. Чупи хочешь? Да. А я хочу сейчас попить чайку. У тебя клубника, киви, апельсин. Не чай, буду, а кофе буду пить. Уже поставили мясо мы готовиться. И сейчас еще картошечку я сделаю пюре. Почищу. Но сначала я попью кофе. Давид тоже уснул, тоже сполоснули. Ну, сейчас вас поставлю сюда. Сейчас тебе кофе сделаю. Попьем кофеечку. Вот с такими вот вкусненькими американо печенюшками. И вот с таким вот холодненьким зефирком и кофеечком. Печу. А я кофе с молоком, как обычно. Молочко. Блин, ну то есть коробки такие неудобные. Ну ладно. Кофеечек. Такой вот. Будем пить, надо стул вытрать. Пролили. Мотивация на уборочку. Убрали стол. Так. Ладно, девчонки, пошутили и хватит. Будем пить чай. Потом она будет кушать готовить. И, как всегда, время уже у нас 5:30. Вот так вот день пролетел. Особо ничего не успели сделать. Чайник беру, а саму кружку не вижу. Вот, а день уже заканчивается. Завтра снова мне на работу. И так, как всегда. Жирная так. Жопа. Не слушайте там. Жирная жопа. Вон и бегает. Вы сами козявки. Больно много болтают. Вот, а я собралась чистить картошку. Так, а я собралась чистить картошечку. Надо мной дочь, как всегда, издевается, блин. Да, Мина?
Нет, папа покупал, но он покупал большой. А ты это все по холодильникам лазит? Неудобно, надо спросить, куда баба мороженое делала. В последнем ящике, мы все по холодильнику уже размораживаем. Доставайте. Мороженое захотели. Да, сейчас тарелочки достанем. Мороженое будет сейчас кушать малыши. Какое хорошее. Оно вкусное, очень нежное, ванильное. Сейчас достану тарелочки. Амина, ну ладно, убежал. Так, будет кушать сейчас мороженое, да, Мирчик? Что-то вас не туда показывал. Это Аминина. Здесь кушаем, Амир, на кухне. Спасибо большое, мама. Спасибо большое-большое. Приятного аппетита. Пока 9 сделала. Сейчас сделаю 10. Амина, посчитаем примеры-то. Давайте буду сдавать. Здесь 5 печенек. И здесь 5 печенек. Будет, значит, я сделала 10 печенек. Молодец. А смотри, а если 7 плюс 5? Да. А ты не прячься. Я посчитаю. На пальцах. И смотри. Ждем. Давай считай, ладно. Нам же скучно, тебя-то не видно. Ты хоть голову-то высунь. Так, вот так запеклось мясо. Сейчас Кристинка его откроет пленку и снимет, и еще его запечет, чтобы была хрустящая корочка, без пакета, горячий пакет. В принципе, она уже это да. Довольно такая. Похрустяще было, чтобы... Да, вот. Поставим, угу. Нальем водички, чтобы не пригорело. Вот, и сейчас духовочку. Это жир. Это жир. Такой вкусный кусочек мяса. Жир. Угу. Жир. Прям посередине разрежем. Посмотрим, что там осталось. Ну, мягко такое, сочное. Да, но внутри оно, кстати, еще... Сыроватое, да? Угу. Да, вон еще. Хотя он нет, это либо... Нет, прожилка. Он такой сочный получился. Угу. Вот. Кусочек попробуем. Полтора часа не думаю, что готовится. Потому... Что оно сырое будет. Угу. Ну, просто оно сочное. Угу. Ах, пахнет так этот шашлык. А, шашлыком пахнет реально вкусно. Я что, не потеплю. Так, Давидик еще спит у нас. Амир тоже уснул. Пойдем за это ужинать-то. Почему? Не хочешь? Ладно, тогда сейчас мы поужинаем. И Амир у нас уснул, угулялся. Не знаю, сколько он проспит. Время уже почти 8. Без 15:08. Либо он до утра проспит, либо не знаем. Вот. А сейчас мы поужинаем и, может, еще сходим погулять. Да, Мин? Так, вот что у нас получилось. Как шашлык получился. Я не прямо хочу мяса. Вот одного мяса и салатика. Ну, картошечки тут немножко Кристина положила без хлеба. Хлеб мы не едим. Да, вот весь наш ужин, скромный ужин. Мясо. Ну все, ребятки, всем приятного аппетита, кто с нами ужинает. Вот, ну и что, потом сходим, я не могу. Вот. Потом, ну посмотрим по ситуации. Да, мясо мираторговское. Это шея или? Это там лопатка. А, лопатка. Вот такой вот костюм. Это вот эта вот лопатка вот сзади, задняя просто часть. Просто свинину разрезали лопатку, забрали, где рука была, вот эту лопатку отрезали, замариновали, вот мы пожарили. А, кстати, я только сейчас заметила, у нас угол отколотый. Это Амир вчера отковырял. Да, я только сейчас заметила, и то в камеру заметила, что... А как хоть он... Просто стоял, ковырял, я его поругала.
Он ушел. Ай-яй-яй. Отверка, что ли, или пальцем? Господи. Оторвал. Я не хочу, чтобы у меня тоже лопатку. Ах ты, тебе никто не собирается. Они по ночам ходят. Так, ну все. Детей едят. Вообще, страсти мордасти рассказывают ребенку. Да, Мина? Что по ночам никогда не гуляла. Когда выросла, тоже в доме сидела, понятно? Вот такое воспитание. Так, ладно, всем приятного аппетита. Хватит болтать. Надо есть. Пока все тепленькое. Сейчас тоже себе тут наварганю. Салатик. Зелень закончилась. Сейчас бы сюда еще лист салата. Укропчик. Я видела такой маринад тоже. Надо будет сделать как по рецепту. Быстро мариновать огурцы с помидоркой, там укроп, чеснок. Не как вот раньше в банке засаливали. Просто в пакет это все складываешь и на сутки в холодильник. Вот надо будет так нам замариновать огурчик с помидоркой. Туда идет укроп, чеснок, приправа всякая. Ну, перчик имею в виду, соль. Иди, одевай. Вот надо будет тоже так же сделать. Ладно, третий раз уже желаю всем приятного аппетита. Амина из салона попросила, чтобы мама ее накрасила. Царевна, не смеяна ты у нас? Бочком. А мы вышли на вечернюю прогулку, как обычно, перед сном прогуляться. Амир у нас так и спеть не просыпался. Вот Давид проснулся. Идем, Кристинка, я, конечно же, Амина и Амир. Что там продают? Квартиру. А может, думаю, надо взять новую. Материнский ипотеку, капитал, да, ипотеку. Потратить, а мы на новую площадку. Тут уже полностью готово. Проживание. Мама. Как бы на две зоны. Сейчас именно. Ага. Большой метраж-то большой? Да нет, 29,6. Ну, нормально для комнаты 29,6. А мы идем ли на новую площадку? Мы круг идем. А потом на новую площадку. Угу. Пойдем. А я хотела. И за сколько эта квартира продается? За 2 миллиона. Но я еще нашла у нас. Пойдем. Саша, мы гуляем. У нас на этот Урицкого, вот там где-то трамвай-то заканчивается последний. Конечно, да, трамвай. Это первого, что ли. Да, вот последний дом. Тоже однокомнатная квартира. Но без мебели, без всего. Но светлая. За 1,4 миллиона продают прямо вот это. Так, а мы все дальше идем. По нашей тропе. Мы, кстати, надо засечь сейчас. Ой, сколько мы? Завтра поедешь к бабушке на работу? Да. Да ты что, у меня завтра начальники на работе. Да? Да, завтра же рабочая неделя, понедельник. Я один раз ее брала, она попросилась со мной на работу. Вот, мы говорим, ладно, говорю, возьму. Но, говорю, возьму, как я рано встаю. Ну, мало приедут, я не договорила. И вот, и попросилась со мной на работу на целый день. Я говорю, Амина, у меня, говорю, работа, говорю, тяжелая. Говорю, я встаю, говорю, очень рано. Я говорю, прихожу поздно. Она говорит, баба, я с тобой рано встану. И вот мы, и что мы, к чему я веду-то? Мы решили ее проверить, ее выносливость. Вы не поверите, она со мной пробыла на работе все 13 часов. Она со мной встала в 6 утра. И домой мы приехали в 10 вечера. Все, она целый день просто, даже не заплакала. Я все предлагала. Давай, я говорю, позвоню маме с папой, чтобы тебя забрали. Нет, говорит. Вот. Да? Все время спрашивал меня. Ты пойдешь домой? Ты пойдешь домой? Так я переживала, вдруг ты устала. А тебе понравилось у меня на работе? Да? А я у нее спрашивала, Амин, тебе понравилось на работе? Она говорит, да. Я говорю, а ты еще хочешь со мной? Нет, сказала. Не хочет больше. Два, как мой график, так и будешь ходить, да? Все мои 2 рабочих дня. Потом 2 отдыхать со мной. Так ты скоро в садик уж пойдешь. У тебя скоро отпуск закончится. У тебя еще неделька и... И все, и ты в садик пойдешь уже. А что недельку пойдешь? Похожу, тебе надо будет. Я бы тебя взяла, Миночка. У меня сейчас здесь начальники.
Ну, не завтра, а послезавтра. Послезавтра? Да. Можно с тобой пойти, пожалуйста? Я не буду тебе обещать. Посмотрим. Красивая. Красивая сейчас? Ага. Такая дорога неровная, я иду, как будто подпрыгиваю. И у меня телефон вместе прыгает со мной. А с распущенными волосами ты как себя ощущаешь? Ой, а вот я так хочу. Вот я так вот, на губе прилипла печенька. А когда ты хочешь? Ощущаешь себя красивой? Ощущаю себя... Ой, себя маленькой. Маленькой? Ты выдумщица. Малышка. Мне особенно нравится, когда тут два хвостика, такая малышка. А это блогерша так, да? Да. Блин, не успела заснять такой интересный момент, а? Да, Мин? Интересно, а еще у тебя какие... Блогерша. А еще у тебя какие ассоциации? С чем, да? А когда толстая у меня, из-за воображения было не удобно. Почему? Да, там просто дядечка это сидит, спит. Да, прямо на... Вот на земле. Вот они меня спрашивают, почему дядя спит. Еще когда мы гуляли с мамой, катались на электрических самокатах, угу. Там дядя спал. Что-то я фокус потеряла, подождите. О, все. Там дядя спал на лавочке. Приехала больница. Больница и полиция. Полиция. Да? Да. Поднимали, скажи, дяденьку. Да. А другой дяденька на лавочке лег. Нормально. Ну, он встал, вскочил. Давида! Давидыч! Вечерние прогулки. Да, все здорово. На улице не 10 еще. Сколько? 10 уже. А, ну да, половина 10. 21:35. На улице вообще хорошо, красота. Не жарко, не холодно, да, Мин? Я сначала думала, что мы замерзнем в таком виде. Как лето. Как лето, говорю, как днем шли. Взять кофточку, да? Так вот, она и не нужна нам, оказывается. Да. И без кофты очень хорошо на улице. Сейчас будем дорогу переходить. Мадам, эй, почему меня бьете? Я бью. Ну, о чем поговорим? Ой, мальчик, ты дурак. Ты не понимаешь, что я дурак. Давай. Смотри, сейчас я вперед встану. Давай, пой, Амин. Пасика, пади ты. Нет, не так, не так. Как ты сейчас пела песню-то? Встань, подожди, встань. Ты не понимаешь, что это. Подожди, стой. Давай, стой, Кристи. Давай, пой. Давай. Пом-пом. Громче. Не слышно же. Давай я буду петь. Ой, мальчик, ты дурак. Ты не понимаешь, но как же так? Ой, мальчик. Вот идем, думаем. Прокатилась. Да. Мы тоже катались раньше на мотоциклах, когда были молодые. Идем, думаем. Сейчас зайдем в Ветерочку за мороженым. Да, Амин? Зашли в Магнит. Все-таки. Смотрите, какая черешня черная. Всего 259 рублей. О, мороженое. Ты какой хочешь? Что, оно пахнет? Оно тоже вкусное. Вот, это можно. Оно тоже с кусочками. Я хочу. А ты какой, Амин? Ну, там внутри лед. Лед и мороженое, да? Лед и мороженое, да? Так, пальчик. Нет, тогда я такой не хочу, не выбрала. Амина вот такой вот взяла. Вафлю с мороженым. Кристинка вот такое взяла. Очень невкусная. Да, я его пробовала, мне так вообще не понравилось. Да, я тоже бы не стала брать. Вот тут еще есть выбор, давай, он, выбирай. Если хочешь салат, вон, а здесь магнаты, Кристинка. 79. Вот, магнат мороженое, эскимо. Красные ягоды.
Ну, и шоколад. Вот ягоды. Амина, больше магнат? Вот такой будет. Вот, вот будем. Вот все решили, Амина. Магнат. Но сейчас как раз по акции по 79. Ну, возьми вот то, которое это вот. Ну, только, ладно. Только видишь, мороженое находится только вот в этой. Да вафлю, Дамин, что-то я не знаю. Я бы... взяла бы вот это. Он тебе не понравится. Ладно, бери, только мы тебе с тобой делиться не будем. Просто мы знаем, что оно невкусное, но ей не понравится. Хорошо, ладно, все. Пойдем. Давидику теперь выбирать. Пойдем Давидику выбирать. А коляску-то что оставили? Пошли. Вообще, вот такие мы. Пойдем, Амин. Амин. Все, вышли мы. С покупочкой. Скажи, дай. Что купили? Скажи, дай. Вот, Амин, вот такой, давай покажи. Я взломанный взяла. Ну, я не посмотрела, я же как вот. Покажи. Вот такой вот с вафелькой. Ну, как тебе такое мороженое? Вкусно? Да, мы вот магнат взяли. А Давидику взяли мы чупа-чупс. Чтоб он сидел спокойно. Мы просто ничего... Мы его зашли перед закрытием, оставалось за 4 минуты. Ты его будешь держать? И поэтому мы не успели ему ничего выбрать. Может, ты ножками пока кушаешь? Да, ножками. Погуляешься. Давай? А мы все гуляем, да? Скажи привет! А я руки-то... Привет, привет, привет. У меня руки липкие. Уже продвигаемся ближе к дому. Здесь вон пицца у нас. Можно поесть. Вот. Ну все, всем пока.